Индустриальный парк «Авангард» готовится к принятию новых резидентов. Сегодня на площадке работают 14 крупных предприятий, а также на завершающем этапе строительства распределительного центра компании «Озон». За работой парка понаблюдала съемочная группа телеканала «Хабаровск». Предприятие «Энергоимпульс Плюс» уже больше 20 лет производит подстанции. Предприятие создает оборудование, которое применялось при строительстве «Платинум-арены», Хабаровского ЖД вокзала, а также космодрома «Восточный». У нас на Дальнем Востоке и по Восточной Сибири идет стройки. А именно, это железная дорога, строятся порты, а также у нас подстанции идут, которые закупают водоканалы. Предприятие одним из первых стало резидентом индустриального парка «Авангард». Благодаря преференциям компания запустила несколько новых цехов, в которых работает современное оборудование. Программное обеспечение у него, тесловое программное управление. Забивается программа с рисунком, вот допустим. Дается программа с параметрами, параметры забиваются и гнется. Сейчас у компании «Энергоимпульс Плюс» есть большое количество крупных заказов, а производство загружено сверх нормы. Сейчас мы планируем, проходим сертификацию, это КТП. Маленько она будет отличаться от имеющихся. И для железной дороги мы делаем 2 новых распределительных шкафа. Это тоже вот на сертификацию идет. В этом году в индустриальном парке заработает еще один резидент. Строительство распределительного центра компании «Озон» общей площадью почти 47 тысяч квадратных метров вышло на финишную прямую. Центр сможет обеспечить работой больше 1000 человек. Зашли на площадку 2 года назад. Сейчас уже стройка на этапе сдачи. Осталось 2 недели. Мы выходим на предитоговую проверку. Ну, дальше по накатанная, дальше идет итоговая проверка и получение заключения о соответствии. Распределительный центр состоит из 3 частей: складская, офисный блок и зона хранения пожароопасных товаров. Все помещения создаются согласно особым требованиям. Отличительной особенностью распределительного центра «Озон» станет своеобразная антресоль. Трехэтажная конструкция спроектирована таким образом, что благодаря своей прочности и масштабу здесь можно разместить даже автомобили. И довольно крупного размера. 7,5 квадратных метров – это только один этаж. В общем, их как 3 получается. Большие нагрузки выдерживают. Там точно так же будут стеллажи с адресным хранением и конвейерная типа подача товаров на эти стеллажи. Сейчас в индустриальном парке «Авангард» 15 резидентов, которые представляют IT-сектор, строительную и логистическую отрасль, а также пищевую и химическую промышленность. Статус резидента дает предприятиям ряд преимуществ. Все необходимые преференции, которые получили резиденты, все ими исправно и успешно пользуются. Это нулевой налог на прибыль, самое главное – это взносы на сотрудников. Это не 31%, как в городе, а 7,6%, что существенно улучшает экономику любого проекта. Это налог на землю, налог на имущество, которое также является нулевым. Планируется, что распределительный центр будет введен в эксплуатацию осенью этого года. Также в ближайшее время к 15 резидентам индустриального парка «Авангард» присоединятся еще 2 предприятия. Игорь Сукачев, Степан Крокус, «Смотри Хабаровск».